заканчивается плохой передачей Масальского, перехватом Арабаджи и легкими двумя очками для опытного Тимура Арабаджи, который у нас уже не только игрок, но и играющий тренер. Мишула тем временем, флотер через руку Беста. Мы видим, как Саша подвешивает этот мяч куда-то там под своды спорткомплекса Шини. Степбэк, 3 очка и точная трёха. Молодец, Саша. Загреба, хороший бэкдор на Тимофеенко. И Стас 2 очка набирает. От гостей передача Мишулы и слэм-данк от Павла Ревзина. Еще одна потеря от гостей, такой парад потерь у нас. И месяц! Месяц, конечно, в последних двух матчах радует вот такими вот алиупами. Отлично здесь сыграл и Павел Ревзин, который идеально навесил своему партнеру. Атака Политехника. Роман Козлов, только что вышедший, хорошо нашел Виктора Колотилова под кольцом. Качук тем временем против Михайлова. И более высокий Михайлов забивает, хоть и с сопротивлением, но особо ему это сопротивление не помешало набрать очки. Одна футбольная стеночка. Месяц Тимофеенко и Саша под кольцом 2 очка левой рукой набирает. Месяц Тимофеенко в углу, 3 очка. Точно! 97-71.